Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. И да, меня серьезно отрейдили. Linear Search. Именно так называется приблизительно база, потому что я не уверен, что я правильно произнес это название. Но вы не забывайте о том, что ваши лайки, комментарии, подписки — это огромнейшая мотивация, плюс еще возможность поучаствовать в розыгрыше. Если этот ролик набирает 700 лайков, я разыграю 500 рублей. Поэтому для участия комментарий с трех слов как минимум нужен под этим роликом. Поставить лайки, подписаться с колокольчиком. Ну вот и все. Так, а мы видим, ребят, что здесь ведьму убивают. Достаточно серьезный противник. Ну и по-моему здесь вот сюда нужно взрывать. Тут даже гадалки не ходи. Побахнем один разочек. У меня украли очень много всего прям. Там трижды зарейдили. Я не понимаю, как так? Я вчера играл. Вчера играл же на этом аккаунте. Но случилось предначертанное. Да свершится предначертанное. И, короче, у меня забрали вот это все. Кстати, неплохая база, да? А, вот ящики лежат. А что здесь у нас? Тут еще взрывать можно будет. Ну, может быть, под конец бабахнем. У нас есть 12 ящиков. Это, конечно, круто. Я так понимаю, что мой лут здесь в ящиках лежит. И, конечно же, плюс еще лут этого парня. Не припоминаю название базы. Может быть, когда-то я ее и рейдил. Но я очень буду доволен, если тот лут, который у меня есть, который украли, будет возвращен домой. Как видите, без проблем. Вообще без проблем. У меня еще это мясо на меня действует. 89 урона просто залетает. А если еще и критон, то, наверное, все 150 или 160 урона залетит. Круто то, что катана, но я не уверен, что это у меня не забрали. Поэтому этот рейд заполнится надолго. Я надеюсь на свои АВМки, которые я верну назад. Потому что только после видоса я решил все скинуть быстренько в пикап. И, блин, сразу же потом сложить попозже. Меня зарейдили. Но бывает и такое. Опа, не уверен, что это мое. По-моему, украденного такого не было. Поэтому я доволен то, что я нахожу огнестрел. Но не доволен то, что я здесь не нахожу своего. Где-то здесь лежит по любасу АВМки и не только. Так, зомбики. Мы, ребята, долго мучиться не будем. Просто откроем все ящики, да и, наверное, отправимся домой. Сливаться нужно ли? Обязательно. Обязательно на подобных рейдах нужно сливаться. Так, я не заметил. 151 крит. Хотел сказать, я не заметил, сколько критую. 151 крит прилетел. Это достаточно много. Представьте себе, что несколько критов можно подряд, чтобы вылетело. Так, инструменты ломаются. Ну, у нас тут и катаны. Короче, все, что здесь есть, просто нужно сейчас, наверное, все-таки забивать. Как-то лутом. Топоры везде валяются. Мне кажется, что то, что украли вот где-то приблизительно первым, то здесь и есть. А то, что последним, как логично было бы, что это последний рейд, то было бы идеально, конечно, чтобы я последний. Я потерял. Это просто жесть. Ломай меня зарейдили полностью. Ломай меня полностью, как говорится. Но сейчас, конечно, уже после драки махать кулаками очень странно было бы. Наверное, где-то приблизительно вот так я сделаю. То есть уже нам не придут зомби, так как в три волны было. Я надеюсь открыть все ящики до наступления прихода громилы. Железо. Что здесь еще есть? 90. Ну, то есть логично, если я не нашел свои АВМ, то уже их и не будет. Я не хочу прям, чтобы все жестко было. Представьте себе, что сейчас просто надо 100 шума, и мне приходится уходить. Это было бы жестко. Ну ладно, давайте забьем чоппер. Сделаем то, что я хотел. Ведь мне нужно завести хотя бы частично то, что у меня украли. Печальное. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о том, что тебя зарейдили несколько раз, а ты не можешь это все найти. Но других вариантов вообще не вижу. Сливаемся сейчас об коле.
Появимся на этой базе буквально через несколько секунд. И, естественно, продолжим забирать, выбирать какой-то более ценный лут, складывать что-то более интересное. Вы прожили целых 15 дней и 23 часа, ребята. Хотелось бы сказать с таким вот довольным лицом, что да свершится предначертанное. Естественно, все, что у нас украли, уже у нас дома. Ага, но не сейчас. Потому что не это я хотел найти, а совсем другой лут. Но по-другому не выходит, я сильно печалиться не буду. Выбил, сразу потерял. Просто жесть, я думаю, что это как-то даже прикольно выглядит. То есть даже на секундочку расслабиться нельзя, потому что рейдеры это все наблюдают. Рейдеры наблюдают за тем, как ты ходишь. Я сходил, снял видос, кому интересно, посмотрите предыдущий. И все, что с лаборатории принес, я положил в пикап, и все, сразу же печальная история, которой очень трагический конец. Где-то может быть, конечно же, я буду забирать те вещи, которые вам не нравятся. Но вы тоже можете об этом написать в комментариях. Ну вот дуб, я, наверное, дуб лучше пойду пофармлю. Морковка, Вовка-морковка, алюминий, ключи. Я, конечно же, заберу что-то более ценное. Но меня интересует сейчас огнестрел, вот катанка, винты, неплохо было бы. Угу. Ну тут, мне кажется, даже и брать такого, чтобы сверхъестественно, нечего. Глок, штаны все убитые, все надбитые, прям даже я как-то переусердствовал. Железо возьму, вот железо прям вот не хочется идти фармить, прям вот хочется прям прийти, и чтобы у тебя железо постоянно было, поэтому как-то более-менее я буду уделять именно железу внимание. Даже вот вместо пинтов возьму железо. А вот сейчас уже можно задуматься, что взять, что не взять. Ага. Ну, тут еще батарейки на медь переработать, я не знаю, как вам. Сейчас я сделаю очень круто. Я занесу вот ту канистру бензина, выложу в чоппер. И именно это освободит мне одну клеточку для моих батареек. Дальше нужно будет подумать, что более-менее мне не так важно. Я еще и не забил чоппер. Ё-моё, тут вот так вот будет происходить. Желез. Теперь у меня вообще есть что, блин, брать и куда брать. Теперь задуматься ни разу не нужно. Нам нужно теперь еще и найти сколько лута для того, чтобы как минимум подняться. Итак, хорошо, хоть я, блин, подумал, что нужно выложить частичный лут. Это просто жесть. Ну что, топоры для следующего рейда. У меня так много всего украли. А я тут выбираю среди какого-то, ну, отстойного не назовешь, но все-таки более-менее такого лута. Выбираю, что лучше взять. Топоров набрал кучу, которые и у меня и украли. Если что, я буду выкладывать топоры. То есть, если в том ящике, который сейчас рассифоню, будет топоры, и ой, что-то круче топоров, я буду выкидывать топоры. Так. Ну, то есть, индейки тут даже гадалки не ходи. Топоры забираем. Ну, и, наверное, на все четыре стороны валим. Я не знаю, более неудачные истории с рейдами, но тем не менее у меня случилось предначертано. Не предначертано, вообще какая-то бредятина. Но тем не менее, у меня вот такой вот крутой баг случился. Я вчера еще играл на этом аккаунте, а сегодня я уже получаю, ребят, сразу три рейда. Меня трижды зарейдили. Ну ладно, шоколадно, всем удачи. Пока, увидимся в следующих видео, ребята.